очень тяжело подготовить человека на баке. Как правило, антропометрические данные достаточно, он должен быть физически подготовленный человек с обалденной координацией и с умением думать минимум на 15 секунд вперед. Вот. Потом идет must man, это тот, который помогает поднимать фалы, помогает вау определить постановку спинакера, как, чего. Потом идут два шкотовых, в зависимости от того. Поэтому естественно, что он должен обладать определенным не только талантом, но умением находить общий язык со всеми членами экипажа, гасить проблемы экипажа. Слава Богу, 5 человек это совсем немного. Вот, поэтому. Я выдавал. Я знаю, должен крол привезти. Скинешь мне потом одну фотку? Я тебя чистил со мной, ты же... Оттуда. Да? Ну, есть вариант для нас так себе оставить, так что прямо сейчас пишите, что ты сказал. Где меня мне уже жарко, давайте что-нибудь делать. Уже жарко, прям реально. А что мы в 11 должны выходить? Я не знаю. Мама. Закрывай дорогу. Давай. Оп! Идем, идем. Увалимся, 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 увалимся. Мы сейчас не были на старт. Нифига себе. Еще увалим, еще увалим. Идем прямо на старт. Thank you.
руки. Вот за барьер, но ты в земле удача. А мог сейчас остаться на земле. И ты летишь, а счастье чуть не плача. Ведь кто-то твой барьер не одолел. Как мы не знаем сами, что нас ждет и что случится с нами.